Принимаем на радиостанцию Оптима Орион в амплитудной модуляции. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь, так, 17 ватт. Все, на передачу станция не выходит. КСВ высокий. Здравствуйте, это компания Viva Telecom, и мы сегодня познакомим вас с новой радиостанцией от компании Optim. Называется станция Орион. Чем она интересна? Она, во-первых, интересна своим креплением, то есть она устанавливается в нишу, либо в ячейку 1DIN, то есть в переднюю панель автомобиля ее можно закрепить. У нее универсальное питание 12-24 вольта, у нее, естественно, вынесен динамик на переднюю панель, так как она монтируется, да, в панель. У нее цветной TFT-дисплей. Управление удобное, сейчас вас тоже познакомим с ним. Далее, у нее есть цифровой обработчик приемного сигнала, то есть DSP-фильтр стоит. Но с этим мы познакомить вас не сможем, это уже надо реально в эфире тогда с какой-то помехой принимать, поэтому... Это будет либо позже, либо тогда по отзывам уже пользователей. Далее, у нее есть CTCSS, DCS-коды сразу без каких-то дополнительных плат. И у нее есть встроенный КСВ-метр для защиты от высокого КСВ-антенны, либо от обрыва в антенне. Это сейчас мы посмотрим, как это работает. Ну и все, нули пятерки, остальное все, в принципе, аналогично другим станциям Optim, то есть есть спектральный, есть автоматический шумоподавитель, фильтры там от помех, ну это все стандартно. Ну все, начинаем тогда с комплектации, дальше там кое-что измерим. У станций автомобильных не так много параметров, которые можно измерить, но мощность, по крайней мере, проверим сейчас. Так, по комплектации, смотрите, станция поставляется вот в такой картонной коробке, все основные интересные особенности вы можете сразу прочитать на упаковке. Идет у нас что в комплекте? Идет приемопередатчик с разрывным кабелем, с такой вот колодкой, да, похожая на вертекс, например, стандарт. Далее, вот эта часть съемная, я потом покажу. Идет инструкция пользователя на русском языке. Далее идет микрофон. Ручной, с кнопками вверх-вниз, кнопка передачи подвешивается на держателе металлическом, тоже идет в комплекте. Так, количество контактов 6 у микрофона, круглый разъем. Так, набор аксессуаров, барашки, скоба крепления микрофона для крепления в салазке, ну то есть в 1DIN, и саморезы. Так, кабель питания с предохранителем. Цилиндрическим, стеклянным, по плюсовому контакту. Далее шахта для крепления в 1DIN. И идет вот такая скоба дополнительно. Если вы не будете ставить в шахту станцию, то можете закрепить вот на такой пластиковой, ну, достаточно крепкой скобе. Так, надеюсь, я ее не сломал. Нет, целая. Ну, то есть дополнительная... Крепление может быть и без шахты. Так, давайте пробежимся по характеристикам. От 10,5 до 30 вольт питания постоянное, естественно. Так, от 26 975 тысячных мегагерца до 27,405 мегагерца она работает, соответственно, поддерживает амплитудную и частотную модуляцию. Потребление у нее в режиме часов, есть режим ожидания такой, 230 миллиампер, режим передачи до 2 ампер она потребляет. Габариты вы видите, масса 800 грамм, выходная мощность 4 ватта, но это мы сейчас проверим. Так, диапазон воспроизводимых частот тоже понятно. Чувствительность, обратите внимание, в FM-модуляции в два раза выше, чем в амплитудной модуляции. Поэтому тоже это проверим. Избирательность по соседнему каналу 60 дБ. Ну и все, меню достаточно обширное. Я сейчас, наверное, ну посмотрим. Я останавливаться, наверное, сильно не буду. Все на русском, то есть все понятно. Я думаю, что проблем дублировать это в ролике, наверное, особо смысла нет.
Теперь по конструкции. Смотрите, на передней панели, да, цветной дисплей находится, основной регулятор, кнопки управления все нужные вынесены. На передней панели справа расположен динамик, вход микрофона, устанавливается в ячейку. Вот эту часть пластиковую можно снять. Сзади у нас находится антенный разъем UHF-розетка, вход кабеля питания. Есть вот такой выход 3,5 мм джек на внешний динамик, радиатор. Соответственно, крепление для скобы, если вы не будете ставить в панель. Ну и я так понимаю, что вот этот металлический крепеж, он заводится прямо на пластиковое крепление, и уже в панель вы устанавливаете. То есть по конструкции, я думаю, что вопросов нет. Аппарат достаточно легкий и компактный. Если хотите, давайте я сейчас вот ее глубину тогда замерю. Не взял я с собой. Рулетку. Ну вот так мы замерим. 6 сантиметров почти. 5,8 вот до этого места. То есть до той. Точнее, даже вот отсюда давайте померим. Тогда она же будет. Эта внешняя часть остается. Так, здесь у нас 5,6 сантиметра по глубине. Ну, по высоте я, понятно, что стандартный размер. По высоте у нас 5,2 узкой части. Так, смотрим управление. То есть изначально есть Always on display, так называемый, да, то есть он отображает часы и дату. Далее включаем питание. Потребление сейчас, да, около 300 мА было. Ну и вот сейчас, да, в режиме ожидания 294 мА у нее. Так, смотрите, что у нас есть на дисплее. Часы, опять же, номер канала, частота. Это звуки кнопок, DSP включен, Noise Blanker включен и High Cut включен, то есть это отрезание высоких частот. Модуляция, уровень автоматического шумоподавителя и прием, да, на максимуме стоит, ну или усиление приема. Так, S-метр вы можете видеть под номером канала. Так, теперь можем мы включить, соответственно, ручной шумодав и его отрегулировать. То есть вот он полностью открыт у нас. Далее есть сканирование каналов. Выбираем модуляцию, соответственно, амплитудную либо частотную. Еще несколько функциональных возможностей. По нажатию кнопки Power мы выключаем динамик, регулируем ручной шумодав, по нажатию SQL, ASQL регулируем порог автоматического шумоподавителя. Ну все, ну есть, естественно, блокировка клавиатуры, это нижняя правая кнопка с ключиком. Так, каналы переключаются, надо нажать кнопку CH, и тогда уже этим регулятором, либо регулятором на микрофоне каналы переключать. Что, скажем, несколько неудобно. Если вы привыкли пользоваться одним микрофоном, то без нажатия на эту кнопку регулируется с микрофона громкость только. То есть канал переключить одним микрофоном не получится. Надо обязательно на передней панели нажать вот эту кнопку. Так, теперь по поводу меню, да, давайте заходим. Это длительное нажатие на вот этот большой регулятор позволяет войти в меню. Что здесь у нас есть? Давайте я буду тогда нажимать. Так, ну, не знаю, русский язык, ну, давайте посмотрим, какие есть. Русский, английский только. Хорошо, дальше идем. Так, в другую сторону. 1.2. Яркость дисплея, подсветка клавиатуры. Звук клавиатуры можно отключить. Сигнал окончания передачи. Давайте я продемонстрирую, какие есть.
интересно. Так, дальше. Мощность передатчика не выбирается. Обратите внимание, с этим попозже тогда. Так, чувствительность приемника на максимуме стоит, как я уже сказал. Так, фильтр высоких частот выключен на данный момент. Автоматическое выключение можно назначить, он авто стоит. Так, DSP-фильтр по приему, цифровая обработка сигнала включена. И можно сбросить к заводским значениям. Так, дальше. Ну, время, дата, наверное, смысла нет. Давайте в параметры зайдем, там вот поинтересней. Подавление импульсных помех включено. Защита от перегрузки приема, кстати, удобно. Иногда у нас тут близко передатчики находятся, и поэтому есть возбуждение, посмотрим. Это своего рода аттенюатор такой автоматический, видимо. Сейчас посмотрим, как он работает. Так, компандер можно включить, выключить, по умолчанию выключен. Чувствительность микрофона, шумоподавление микрофона, функция Vox, чувствительность Vox, задержка Vox, коды CTCSS. Дальше, режимы CTCSS, DCS, если нужно, можно его включить только на передачу, либо полностью прием передача. А далее, смотрите, тоже интересно, репитерный разнос даже здесь есть. Есть по сканированию настройки. Так, время передачи, кстати, до 1 минуты задано по умолчанию, что, наверное, маловато для кого-то особо болтливых. Так. Перескочил, да, так, дальше, запрет передачи в занятом канале выключен, но можно включить, то есть, если канал занят, то вы на передачу выйти не сможете, ну, то есть, такую этику сохранять на канале, но по умолчанию выключена она. Так, защита от КСВ, смотрите, ее можно совсем отключить, но не советуем это делать, естественно, и смотрите, здесь даже задается порог ее. При каком КСВ будет срабатывать защита? Вот даже нижний порог двоечка. Но по умолчанию стоит у нас тройка. Пусть так тройка и будет. Так, дальше. Что здесь еще? А все, в принципе, да. Дошли мы до конца. Все по управлению, я думаю, все понятно. Тут вопросов, наверное, быть особо не может никаких. Удобное управление, в общем-то, единственное, вот мне не совсем понравился выбор каналов, то есть неудобно то, что с микрофона канал нельзя поменять. Так, демонстрирую, как срабатывает режим защиты по КСВ. Сейчас антенна подключена портативная в диапазон 136, КСВ у нее явно выше 3. На этой частоте смотрим. Нажимаю на кнопку передачи. Даже будет видно вам. Все, на передачу станция не выходит. КСВ высокий. Теперь я подключу сюда эквивалент нагрузки. Естественно, с КСВ около единицы, да? Эквивалент, нажимаю, все, да, вот верхняя секция это КСВ, нижняя уровень мощности, то есть единичка КСВ на передачу станции встает. Так, ну что, давайте проверять выходную мощность. Так, ставим 10 ватт, включаем прибор. Сейчас выбрана частотная модуляция, мощность малая. Смотрим. Вся шкала, соответственно, 10 ватт, риски сверху, цифры внизу. Так, ну 4 ватта почти, 3,7 ватта. Дальше выбираем мощность. Среднюю, на среднем уровне мощности смотрим тоже на этой же частоте. Почти 8 ватт,
Так, сколько тут у нас? Ну, 7,8 ватта. 7,8. Так, и дальше. Теперь... Высокая мощность. Сейчас, наверное, зашкалит приборчик. Да. Так, 30 ватт тогда ставим весь дисплей наш, ну, в смысле, стрелочный индикатор. Смотрим, сколько здесь. Так, 17 ватт ровно. Так, теперь в амплитудной модуляции смотрим. Прибор я запускаю. Высокая мощность, амплитудная модуляция. Смотрим. Так. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Так, давайте 10 ватт тогда поставим, до 10 она не добирает. Раз, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, раз, два, раз, два. Около 8 ватт. Так, теперь средний 10 ватт оставляем. Смотрим средний уровень. Амплитудная. Раз, раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ну, около 4 ватт. 4,0. Так, и малая мощность. Малая мощность в амплитудной модуляции. Раз, раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. 1 ватт в малой мощности. Так, давайте проверим чувствительность тогда сначала в амплитудной модуляции. Смотрите, DSP-фильтр, кстати, я не показал, как включается. Длительным нажатием на кнопку ISQ. Он включается и выключается. Короткое нажатие регулирует шума. Дав именно автоматического шумоподавителя. Но я вот даже на первый уровень ставлю. Станция не открывается, поэтому на этом уровне тогда, на минимальном, и измерим мы сейчас чувствительность. Так, уже подаем 27-135. Включаем высокочастотный выход. И смотрим амплитуду. Начинаем уменьшать. Так, амплитудная модуляция. Да, все хорошо. Смотрим, когда откроется на 15 канале дальнобойщиков станция. Так, по громкости она у нас, да, на 17 единицах. Так, стоп. Минус 112 dBm. Это автоматический шумоподавитель. Минус 112 dBm. ISQ равно 1. Так, теперь давайте с ручным шумоподавителем, да, попробуем. Так, сейчас я маленько его убавлю. Так, ручной шумодав. Но здесь он уже полностью откроется. Но давайте я поставлю тоже минимальный уровень, 1. Смотрим, на какой амплитуде ручной будет открываться. Минус 115. Минус 115 dBm. Это SQ равно 1. Так, это AM оба. Так, теперь давайте проверим, насколько каждая единица добавляет, ну или вы теряете в чувствительности, уменьшая или увеличивая, точнее, порог шумодава на 1 единицу. Вот, ставлю я 2, да, и со 115 dBm считаем. В ту сторону пошел.
1 dBm. Так, ну-ка давайте проверим нашу теорию еще. SQL3 со 115, да? Ну да, где-то на 1 децибел примерно. Каждый шаг шумоподавителя ручного на 1 децибел загрубляет примерно чувствительность. Так, ну и теперь в частотной модуляции давайте то же самое. Я тогда шумодав вновь на единицу ставлю. Так, модуляцию меняю на FM. Здесь мы тогда амплитудку отключаем. Включаем FM-модуляцию. Частота 27-135. Так, амплитуда 118, да? Так, уменьшаем тогда. Посмотрим, реально она в два раза выше чувствительности или нет в частотной. Что-то похоже, что нет, естественно. Сто одиннадцать всего лишь, да? Еще раз. 111. Громче, конечно, работает. Но минус 111 dBm SQ. Так, SQ еще раз. SQ у нас, да, единичке равен. SQ равно 1. Это FM. То есть чувствительность ниже даже на 4 дБ в частотной модуляции, чем в амплитудной. Так, и теперь переключаемся на автомат. Так, здесь будет все получше у нас. Так, автомат у нас на единичке стоит. Так, амплитуду тогда смотрим. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Еще разок давайте. Минус 115. Это у нас ISQ равен единичке. Принимаем на радиостанцию Оптимарион в частотной модуляции. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Принимаем на радиостанцию Оптимарион в амплитудной модуляции. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Передаем с радиостанции Оптимарион в частотной модуляции. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Передаем с радиостанции Оптимарион в амплитудной модуляции. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, ну что, давайте тогда подведем итоги по станции Оптимарион. В общем-то, нам станция весьма и весьма понравилась. Смотрите, я по чувствительности только единственное, да, 56 сотых микровольта, это с автоматическим шумодавом в амплитудной модуляции, и такая же фактически чувствительность с ручным шумодавом в частотной модуляции. И минимальная чувствительность, ну и лучшая чувствительность, 0,4 микровольта. Причем она равна что амплитудная модуляция, что частотная. То есть тут мы 0,25 микровольта, к сожалению, не получили даже с минимальным порогом в единичку на шумодаве. Это вот единственный, наверное, нюанс, который нас немного расстроил. Да? Теперь по поводу преимуществ. Во-первых, управление очень удобное. Ну, тут уже годами отработано все. Каждая кнопка несет свое назначение, и она действительно используется во время работы. Поэтому здесь претензий к интерфейсу нет никаких.
Потом широкая функциональность у станции. И CTSS, и DCS коды, и VOX, и DSP фильтр, да, и noise blanker, и фильтр высоких частот. Все здесь в этой станции есть, что тоже радует. Далее, монтаж. Да, многим дальнобойщикам особенно хочется вмонтировать прямо в панель станцию, чтобы она выглядела нормально. Да и в принципе в легковых автомобилях тоже бывает ставят на замену автомагнитолы, или если есть штатное место дополнительное, тоже ставят станцию прямо в панель. Выглядит все красиво, тем более станция весьма и весьма современно выглядит, поэтому ничью панель, я думаю, переднюю она не испортит. Дальше питание универсальное тоже от 10,5 вольт до 30 вольт. Также, что грузовик, что легковой автомобиль, никаких преобразователей не нужно, все будет работать. Да, по мощности тоже 17 ватт в частотной модуляции, тоже это хорошо. Естественно, автоматический шумоподавитель отлично работает, то есть не надо постоянно крутить ручку шумодава, тоже все замечательно. Но по габаритам она также компактна, удобна. Поэтому я даже вот кроме чувствительности, наверное, никаких проблем с ней вообще не могу назвать. Все хорошо, все хорошо. У кого вопросы есть, задавайте их в комментариях. Кому видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь обязательно на канал. Это Viva Telecom. На этом с этой станции мы закончим тогда. Всего вам доброго. До свидания.